Z-Extreme вещает. 8 месяцев не произносил это свое любимое слово. Я опять в Монголии. И у нас теперь вот такая банда. Съемки начал с погрузки сразу, город Мурен. Мы сейчас на этих всех автомобилях собираемся, едем. А мало не сешишь, гол. Месяц май. Йока еще у меня тут с камерой. Йока, Динамо в этом году не едет, а не в этом, в эту поездку со мной не едет. Он только погрузится мне поможет и все, и сваливает. Сейчас вам покажу, на каких аппаратах мы поедем. Этот прицеп ребята пригнали с Австралии. Когда мне цену сказали, я его сначала очень сильно заходил, но когда мне цену сказали, я чуть его перехотел. Около 30 тысяч долларов, ребят. Вот такая хрень. Большой кипиш происходит. Причина в чем? Потому что 8 месяцев еще никто никуда не ездил. Сейчас мы определяемся. Скорее всего, в два УАЗика будем погружать. Хотели на том прицепе еще. Прицеп и УАЗик. Сейчас говорят, не те погодные условия, чтобы такими прицепами ездить. Поэтому мы сейчас быстренько приняли решение. Второй УАЗик еще заказываем. Второй УАЗик приедет, туда все будет грузить. Сзади 76-й. 78-й, 76-й. И 200, да. И 200-й. Городской. Ну, все равно он ВРБ обвесит. Да? ВРБ обвесит. Ну и плюс еще два УАЗика. Без УАЗиков вообще никуда. Лодки же кто-то должен вести. Я вам скажу, 76-й огонь, ребята, огонь, аппарат. Самар еще водила такой хороший. В прошлом году эту 76-ю утопил. У него есть видео, но он мне его потом скинет, я в инстаграме его покажу, как он утопил. Почему? Да можно, почему нельзя?
Добрались мы до отправной точки Сумон, Цыганур. Сейчас 200-ки, 75-е, 76-е, все здесь оставляем, пересаживаемся на 3 УАЗика. Вот такие ребята путешествия здесь. Пересаживаемся на УАЗике и вперед дальше. Тут еще, наверное, 40 км. Осталось нам до отправной точки, до конечной, откуда мы уже лодки будем спускать. И смысл нашей поездки – это побывать на весенних речках, на монгольских. Там вот озеро. Его, к сожалению, наверное, не видно. Водится там, что у нас там водится? А водится у нас какая-то белорыбица. Я ее видел и ел, но так я не понял. Что-то говорят, что между, не то что между, а на омуля похоже. Ну, не знаю, если честно, я омуля вообще не ел, ничего не могу сказать. Но мне эта рыба почему-то напомнила сорогу, большую сорогу. Ну и вкусовые качества, ну, не знаю, мне не сильно что-то понравилось. Хотя говорят, что в свое время нашему царю отсюда эту рыбу возили. Вот такая есть история или легенда, не знаю как. Правда, неправда. Ну, думаю, что смысла нету обманывать нас. Ну, это имеет длинок, если там и есть, то там озеро очень глубокое, то есть никто там его не ловил. В это озеро впадает около 7 речек, 7 или 9. Я потом точно узнаю, скажу. Отсюда и начинается Малый Енисей. Вот с этого озера. С этого озера начинается Малый Енисей. Сейчас немножко познакомлюсь с ребятами, кто едет. Это Баир у меня, водитель. И не тягал их, честно. Ну ты их возьми, давай. Водители на УАЗике и на лодке научился ездить. Я его научил в прошлом году. Очень хорошо. Кстати, гоняет неплохо. Так. Ну, это у нас иностранец Николай. Николай не иностранец. Это новый член команды Jet Extreme. У меня еще Йока есть. Но Йока в этот раз не поехал, у нас спина что-то заборала. В следующий раз поедет в Лиге. Что Jet Extreme вещает? Сейчас вам, ребята, покажу. Как начинается Малый Енисей. Выход из озера Цыганур. Вот он, Малый Енисей, Шиштыков. Речка Тингиз, Шишкигол. Там
туристические базы. Сейчас туда направляемся. Путь, дорога продолжается. Вот наши три УАЗика. Почему остановились? Я думаю, видно. Дорогу смотрим. У нас два УАЗика нагруженные по полной. Моторы, лодки. Сможем приехать или нет? Сейчас Баир. Этот человек со мной уже третий сезон работает. Ему я на 100% доверяю. Там хочет ехать. Баир здесь? Пойдем посмотрим, что там. Да, единственное, здесь дорогу подниматься удобно. Там она вся разбитая. Я вам скажу, чем ближе к горам, тем холоднее. Там вообще все в снегу. В Мурене уже и ночью тепло. А тут уже днем холодно. Надо будет потом посмотреть, на какой высоте находится река. Через вот эти заросли поедем. Видно Баира, нет? Нет. На Таминевую реку всегда тернистый путь. У нас одно из двух. Либо лодки таскаем, либо УАЗики. Одно из двух. Ну, раз бывает, и УАЗики таскаем, и лодки таскаем. Сейчас я еще не знаю, в каком состоянии шкит, сколько он мелкий. Тенгиз-то точно еще не раскрылся. Тенгиз от истока, от устья Шишкин-Гол, он на километров 20 раскрылся еще туда. Поэтому мы хотели-то по Тенгизу подняться, посмотреть. Ну что, здесь, Баир? Здесь поснимаете? Поехали. Поехали. Туда не пойду, друга. Мне хоть и сказали, что здесь клещей нету, но я по траве не хочу идти.
Я пойду здесь. Да пойдем здесь. Пойдем. Там что-то трава высоковата, ну и нахрен. Я, конечно, монголам верю. Но. Не, ну пустой был бы, может, еще и был бы шанс проскочить. Глубокий, не грязь. Понимаешь? Опа-на. Короче, не зря мы взяли теплую обувь. Ты чувствуешь дубак какой? Я уже весь это продрог, блядь. Ох ты! Ох ты! Это же УАЗик. Он должен проехать. Давай, 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 родной, давай. Баир проехал, да? Я же знаю, с кем ездить надо. Съемки продолжаются. Все. Не, я-то знаю, что там еще есть. Монгольский оффроуд называется. Монгольский оффроуд. Мы пока красавчики. Все, сажусь в свой автомобиль персональный. Надо медаль оффроуд. Если была медаль какая-нибудь оффроуд, им надо как минимум каждый год по 3 штуки выдавать. У них резина там никакого отношения к грязевой вообще не имеет. Ну, это издержки профессии. Перехвалил я его.
полить, ребят. Хвалить тоже надо в меру все. Ох ты. Ух ты. Подожди-ка. Иду. Здесь поедешь? Что, садиться? Садись. Ну все. Поедем сбоку. Не самое место. Я тоже здесь ездил. И не раз. Там дальше будет еще посерьезнее одно местечко. Я не помню, сколько километров отсюда. Но скоро. Опасные участки все проехали, здесь только единственные склоны сейчас остались, и все. Все, сейчас только остались склоны, уже такой грязюки не будет, это самое главное. Теперь проверим на переворачиваемость УАЗика, кто-то тут. Чистишь водомет, и дальше едешь. Потому что
лучше стартовать. Я сейчас узнавал, я говорю, а сейчас как обстановка? Нет, все равно права остаются. Все равно сложности есть. Поэтому мы решили, что надо ехать там, где уже открытая вода. Из травы. Ну, снег, лед везде лежит здесь. Брали, не брали, вот не наряд ты брали. Если брали, ну так я бы увидел. Значит, мы будем без печки в палатках. Это лучше задница положить. Ну ничего, в таких условиях выживаем. Сколько? Километр? Два километра. Ну все, 2 километра, и мы на базе. Там будем располагаться. Ладно, камеру отключаем. Если там не стемнеет, к тому времени, значит, сегодня еще поснимаем. Значит, нет, тогда завтра.